Сегодня, после довольно долгих ожиданий, в мою коллекцию наконец прибыл комплект из двух тепловозов американских железных дорог с припиской Southern Pacific KM4000 с номерами 9002 и 9001. Коробочки стандартные. Локомотив выполнен в серии Эксперт. Это один. Это второй. Взял их два, чтобы можно было сделать спарку. Southern Pacific – это южная тихоокеанская железная дорога в Соединенных Штатах Америки. Существовала. Сейчас уже, по-моему, она не существует. Чем интересна эта модель? Нам обещают, что здесь уже будут сцепки типа Кадди. И, наконец, скорее всего, за последнее время это первая модель Пика, в которой привод будет осуществлен на все 6 осей. Сейчас мы откроем это и проверим, действительно ли привод на все 6 осей и действительно ли сцепки Кадди. Хотя я вот уже вижу там язычок Кадди, да. Открываем. Вот он. Навоз, да, сцепочка очень даже сделана шикарно. Номер подсвечиваться будет, это хорошо. Кабина с козырьками сделана просто замечательно. Так, а теперь посмотрим, действительно ли там привод на все 6 осей. Да, смотрите, шестереночки на каждой оси. И обратите внимание, нету ни на одном колесе нет резинок. Потому что американцы, они очень не любят резинки. А эта модель сделана все-таки для Америки. Но для тех, кто хочет увеличить способности тяговые своего локомотива, видите, в комплекте они дают две оси с резинками. То есть при желании можно поменять оси без резинок на оси с резинками. Я, естественно, менять не буду. Я люблю оси металлические, без каких-либо резинок. Вот поставил одну секцию на рельсы, чтобы проверить, как он там у нас катается, ходовые качества. Он едет хорошо, плавненько. Вперед горит беленький, назад он красненький.
Ну что, попробуем сцепить секции. О, очень даже хорошо цепляется. Итак, а теперь расскажу, почему фирма Пика решила выпустить этот американский локомотив. Все дело в том, что в 60-х годах 20 века по заказу Southern Pacific эти локомотивы строились в Германии фирмой Краус Мафей. Вот она, читаемая эмблемка производителя шильда. Очень хорошо напечатана. Ну, больше тут надписи особо нет. Вот как он выглядит на макете. Макет, конечно, для него маловат. И Европа никак не годится для таких локомотивов. Металлическая сеточка, вентиляторы. Вентиляторы крутятся, если дунуть. Краус Мафей ML4000 – это дизель-гидравлические локомотивы. Первые три были построены в 1961 году. Правда, по результатам испытаний локомотивы были признаны ненадежными и непригодными для эксплуатации в суровых условиях скалистых гор, через которые проходила железная дорога Южно-Тихоокеанская.